Сейчас ему только 30, а успел наш герой уже многое. Он стал настоящим достоянием Республики Беларусь и востребованным актером в России, покорив своим невероятным талантом и харизмой миллионы женщин и девушек. Ему приписывают многочисленные романы с партнершами по фильмам, но официально наш герой был женат всего месяц на яркой, независимой и дерзкой Настасье Самбурской. А их развод был настолько скандальным, что пресса не перестает обсуждать его до сих пор. Как сложилась интересная судьба Кирилла Децевича. Он родился в Беларуси и с детства был очень артистичным ребенком. Однажды Кирилл увидел экспериментальный проект – конкурс красоты «Мистер Беларусь» и понял, что это шанс заявить о себе. Несколько месяцев Децевич провел в спортивном зале. Наш герой смог добиться не только внутренней гармонии, но и внешнего совершенства, поэтому победить было достаточно просто. И действительно, Кирилла заметили и пригласили сниматься сразу в несколько картин, а вскоре Децевич отправился покорять Москву. А вот о личной жизни красавца-актера ходят легенды, с кем только не приписывают ему романы. Пресса постоянно пестрит яркими и провокационными заголовками о новой партнерше по фильму и сериалу, с которой Децевич вышел в свет. Да и сам Кирилл провоцирует журналистов на очередные сенсации, выкладывая совместные фотографии с очаровательными девушками в своих социальных сетях. Кстати, о свадьбе Децевича стало известно как раз из постов в его микроблоге. Молодой человек признался, что женился на Настасье Самбурской. Однако эти отношения закончились через месяц, когда Кирилл съехал из квартиры жены. Настасья призналась, что не хочет быть жертвой, а отношения в семье назвала токсичными, вскользь упомянув свекровь. Децевич же ответил ей жестко и не позволил плохо отзываться о родительнице. Сейчас и Самбурская, и Децевич в поиске новой любви. Только одно поняли молодые люди, что впредь будут более взвешенно выбирать партнеров. А вам нравится этот невероятно привлекательный, харизматичный и талантливый актер?